Вы не поверите! Пуби Playtime вышел на Android, на телефоны! Вы готовы увидеть эту игру прямо сейчас? Нужно поставить лайк! Давайте лайкос лепите! Кто там идет? Наконец-то! И не забудьте подписаться на канал! Наконец-то мы увидим классическую оригинальную игру на телефоне! Наконец-то! Готовы увидеть? Конечно, готовы! И вперед! Лайк и подписка! Ну-ка, заходим прямо сейчас в эту игру, и я вам показываю, как она выглядит. Unreal Engine — это реально оригинальная. Вау! Посмотрите! Давай play нажимем. Очуметь! New game. Chapter 1 — это пока что первый чаптер. Как в настоящей игре! Настоящий этот челик! Redress. Хорошо, skip intro. Вау! Я в шоке, я думаю, ты тоже в шоке, да? Смотрите, у нас загрузочка, я не буду ничего перематывать. Сами увидите. И мы сейчас появляемся... Ладно. О! Ничего себе! Оригинальный Poppy Playtime! Предлагаю сходить сюда. Тут мы должны написать парольчик. Сейчас мы заберем эту руку. Так, давайте узнаем парольчик посредством этого поезда. У нас зеленый, красный, желтый. Зеленый, розовый, красный. Зеленый, розовый, желтый, красный. Хорошо, запомни. Зеленый, розовый, желтый, красный. Напиши комментарий быстрее, пока я не забыл. Зеленый, желтый, розовый, красный. Раз. О! Ничего себе! Смотрите! Хоп, подходишь такой. Хоп. Хоп. Зеленый, розовый. Желтый, красный, зеленый. Я перепутал. Откройся. Посмотрите. Ха! Круто. Смотрите, реально, тут действительно немножко по-другому. То есть графика. Я, кстати, специально купил эту игру в Play Market, дабы вам показать. Стоит она около 200 рублей. Это что такое? Ха-ха! Что это? Новая игрушка! Вау! Сейчас мы заберем руку, нужно посмотреть вот этот туториал. В конце я покажу, как я скачал эту игру в Play Market, а точнее быть купил. Я зайду в Play Market и все детально покажу вам. Давай руку забери. Вау! Как это круто выглядит! Прыгай! Отлично. Давай. И... Раз. Ну, рука такая прикольная, да? We'll be right back. We'll be right back. Что? Загрузка даже отдельная. Вау! Хаги, здорово! Очуметь! Очень круто выглядит. Очень! Я предлагаю сейчас... Зайти в кафетерию. Давай, сюда руку. Хопа! Давай. И раз. Отлично, электричество у нас разрубилось. Так, и ключ давай заберем. Хаги. Ты вообще молодец, что мне ключ-то сюда дал. Давай. И раз. Вот! Отлично! Как это круто выглядит! Мне кажется, еще из всех ютуберов не поймает вообще, действительно ли вышел Хаги-Ваги на телефон. Ну, это так и есть. Че это зайти не могу сюда, подожди. Ты что, издеваешься? Power? Ну, заходи. Отлично. А давайте мы сейчас подключим электричество. Все так же, как в настоящей игре. Бери. Супер. Руку ставь сюда. Как круто. Эта игра весит 760 мегабайт. Вы вообще представить можете себе, да? 760 мегабайт. Так, Хаги-Ваги исчез. Как в реальной игре. Все четко, все нормас. Теперь наша цель — это забраться сюда. И раз. Сканируй. Отлично. Смотрите, рука. Вау, рука как настоящая. Я предлагаю вообще дойти до того момента, как мы... Что? Что за вода была? Ха-ха! Вы это видели? Я хочу... Это что такое? Здравствуйте, приехали. Японский колокактус. Ага.
Это какая-то новая вода, кстати, такого я не видел. Компьютерной версии. Открывай. Вау! Эта вода куда-то ведет. Поднимаемся наверх. Я хочу дойти до того момента, когда Хаги-Ваги, он попытается за нами бежать. Бери. Вставляй. Ну, вставляй же. Отлично. Как круто выглядит, как настоящим. Предлагаю найти еще. Мне кажется, или на телефоне, на андроиде, игра лучше выглядит, чем на ПК. Ну, тебе так не кажется? Кстати, теперь вы можете играть спокойно. Хаги-Ваги на телефонах. То есть вы не можете даже, в принципе, можете не смотреть ютуберов там. Ну, кроме меня, конечно. А сами можете купить, либо скачать в интернете. Ну, в интернете тоже можно скачать, кстати, как вариант. Бесплатно. А то это платная версия, видите, я скачал специально, купил для вас. Давай. И раз. Я думаю, вы оцените, да? Я думаю, вы меня поддержите, потому что я потратил свои деньжата, чтобы вам показать. А вы лайкос поставьте, согласны? Напиши комментарий, я согласен. Либо согласна. Так, раз, два. Так, сколько еще я собрать должен? Забыл. Ага, вот она. Давай, и раз. Супер, теперь давайте генератор включим, поехали. Давай, давай. Включаем генератор. Раз, два. Как круто, смотрите, освещение просто фантастика. Так, теперь нам ручку давай. Давай ручку быстрее. Воу. Воу. Я хочу забрать эту ручку, она мне нужна. Так, что он? А вот, везет, 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 везет. Ручка, ура! О, супер! Ручку заберем. Есть, теперь две руки! И смотрите, как это выглядит. Ой, и раз, два. Это реально нужно постараться, чтобы создать такую игру. We'll be right back. Прям загрузки какие-то. Ну да, в принципе, понятно, чтобы как бы игра нормально прогружалась, нужно делать загрузки, загрузочные экраны. Но я бы не сказал, что эта игра хуже, чем на ПК. Вот реально не сказал бы. Смотрите, все так же выглядит. Фантастика. Давай. И раз. И два. И три. Еще одна загрузка. Ха! Ладно. Это, в принципе, нормально. Разработчики, вы молодцы, что так сделали. Потому что андроиды ваши и наши, да, все, могли бы не вытащить эту игру. Потому что она огромная, действительно. 700 мегабайт, это непросто. Так, ощущение, как будто мы бежим, да? Ха-ха. Давай, игрушки, падай. Падайте, игрушки. Вау! Как круто выглядят падающие игрушки. Интересно выглядит, да? Теперь. Ага. Я хочу увидеть Хаги-Ваги. Вау, что? Это же тот завод. Смотрите, как он выглядит. Ха-ха. Пошлите электричество включим, погнали. Мелодия еще такая включилась, классная. Мне нравится прям. Давай, я думаю, тебе тоже нравится, да? Раз, потяни сюда. Что это такое лежит? Кассета? Секретная кассета? Подожди. Эту кассету куда ставить надо? Ладно, сейчас разберемся. Предлагаю пройти этот уровень с электричеством. Давай. Раз. Еще раз. Раз. Отлично. Так, стоп, Эндра. Мы должны обойти. Не-не-не, не в эту сторону. Вот так вот. Хоп. 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 Так, а теперь что? Ну, наверное, я даже не знаю. Может быть, вот так вот обойдем? Не, не тут-то было, да? Что происходит? Я висю просто на лету. Что за баг? О, жесть какая-то. Кажется, что-то не то. Что-то меня заколбасило нормально так. Очуметь. Рука, смотрите. Хо-хо. Yes! Подключили энергию. Летим. Теперь давайте мы включим. Ох, как я медленно шел только что. Так. Power on. Ну-ка. Yes! Заработал. Так. Включаем все эти рычаги.
Для того, чтобы мы собрали свою игрушку. Так, давай. Замечательно! Прекрасно! Теперь спокойно мы можем лицезреть новую пчелку. Там собака или кто? Пчелка-собака, пчелка-кошка. Не пойму, кто это, конечно. В новой части Poppy Playtime на Android. Я, конечно, в шоке, что эта игра уже вышла. Разрабы молодцы. Сейчас... Что это такое? Что у меня рука? Ха! Что с моей рукой было? Разрабы молодцы, что решили разработать эту игру на телефоны. Потому что реально будет спрос огромный. Многие захотят пройти. Но если вам лень скачивать, вам не хочется покупать, можете посмотреть мое прохождение. Видите, я прохожу для вас. Специально скачал, купил эту игру и прохожу. Если вам лень покупать и так далее, то спокойно можете смотреть мой ролик. А ну-ка, где моя пчелка? Верните мою пчелку. Я же все... Капец. А что этот... Этот препарат... Эта машина... Черная какая-то, да? Она такая была или нет? Или разработчики забыли ее покрасить? Вот хороший вопрос. Я предлагаю забрать пчелку. Пчелка-тигр. Вот не знаю кто, да? Давайте посмотрим даже. Пчелка кто-то, я не пойму кто. Забрали. Лицезрейте, друзья. Сейчас будет настоящий хаги-ваги на андроиды. Вот так. Хаги-ваги. Ёшкин кот. Вот это да. Это жесть. Хо-хо. Как он круто выглядит. Так. Стоп. Стоп. Ё-моё. О, что? Как он поймал меня? Что? Это что за текст? Секретный текст? Гераб. Ладно, Гераб как Гераб, хорошо. Просыпаемся там, где выходит Хаги-Ваги, правильно? Сейчас все проверим, эти все загрузки, работают ли все эти загрузки или нет. Вместе с тобой проверим, давай. Загрузочка. Да. Появляется загрузочка и... Hello, пока я в отражении. Напиши комментарий. Ты вообще, как бы понимаешь, ты в шоке, да, что я играю в настоящий Хаги-Ваги? Напиши, я в шоке. Ну давай, пиши. И, кстати, я до конца пройду эту игру, смотри до конца. Потому что я покажу концовку. Ну вы же видите, да, в отражении, я разговариваю с вами. Что, игра так долго грузит? Что происходит? Да! Остановились тут! Давай, Хаги, погнали! Отлично. Как это круто выглядит. Очуметь, я сделал скрин просто. Ну-ка. Все, давай, Хаги, выходи. Отлично, как круто. Все, делаем концовку вместе с тобой. Прямо сейчас. Давай, проходим сюда. Ой, сейчас начнется крепота. Ты глянь, посмотрим. У-ху-ху. Круто. Круто бегает Хаги. Оу. Оу, шелекопоу. Он с другой стороны оказывается. Так, давай, ладно. Так, спускайся. Так. Ничего себе! Вот это да! А как садиться в этой игре? Пока не понимаю, пока не вижу. Чего? Подожди, разве такая концовка была? А, он сам садится, хорошо. Замечательно, прекрасно. Ах ты, гадюка. Смотри, пошел он. Отлично. Вау. Круто. Ха! Вы лицезрели концовку. We'll be right. Смотри, как это делается, а? Вау, интересно. Концовка. Hello. Вау! Нет, Хаги! Он улетел. Вау! Фантастиш просто! Сейчас вместе с тобой пойдем. Посмотрим еще, какая концовка будет. Может быть, что-то изменили. Как, смотрите, обширная игра. Это новый уровень игр, друзья. Новый уровень игр. Такого еще нигде не увидите.
Такую игру, портативную игру на Android, я еще никакую не видел, кроме GTA San Andreas, GTA Vice City. Так. Картинка какая? Нам некуда торопиться. Да. Такая же. Вот интересно. Розовую кассету, помните, мы забрали? Для чего она интересна? Напиши в комментарии, как ты думаешь. Так, у нас загрузочка пошла. Лянь. Ух ты! Окей. Ну, конечно, вот это что-то странное немножко, да? Либо так должно быть для эффекта. Ну, как-то не очень, слушай. Ну, это один минус в этой игре, только один. Я больше минусов не видел. Смотрите, домик, все как положено, да? Дверь закрыта. Подушки, все как положено. Фантастика. Домик такой интересный. Вау. Предлагаю пройти уже к этой Poppy Playtime. Что? Я думал, она лысая, смотри, она лысая, кажется. Жесть. Классная мелодия, слушайте. Мелодия нравится. Такая колыбельная, да? Так, эти шкафчики не открываются, да? Бум! Вау! Что? 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 Такого не было! You open play case? Ты открыл игровую ключ? Что? Друзьяшки, я надеюсь, вам понравилось прохождение Chapter 1 Хаги-Ваги на Android. Я супер надеюсь. Поставьте обязательно лайк, напиши комментарий, я досмотрел до конца. Потому что в конце она что-то сказала, а в компьютерной версии такого не было. Новая концовка, жесть! Она еще что-то пробормочила. Друзья, это легендарный ролик. Прямо сейчас вы должны поставить лайк и написать комментарии. Мы досмотрели до конца, поддержать меня, потому что я специально для вас снял. И сейчас смотрите, сколько у меня время. Вот посмотрите, 22:12. Просто ночью для вас стараюсь. И надеюсь, буду дальше стараться, буду дальше снимать. Поэтому, друзья, всем хорошего. Надеюсь, вам понравился. Будем ждать именно вторую часть Хаги-Ваги на компьютере. Буду снимать, буду лицезреть, будем смотреть, будем радоваться, будем пугаться, будем обкекиваться. Надеюсь, все будет круто. Все, с вами был Игорь Тодор. Надеюсь, понравился. Обязательно ставьте лайк. Делайте добро. Не делайте зла. Будьте всегда на позитиве. Всем пока. Вот так выглядит настройки. Пока.